Всего в нескольких километрах от Венеции, в зоне Ривьера-дель-Брента, где уже в эпоху Возрождения венецианцы строили свои летние виллы, находится отель-ресторан «Дучаколе». Находимся в ресторане с его владельцем и самым известным шеф-поваром господином Рокко. Я учился и работал в Швейцарии, там же и преподавал многие годы. Потом вернулся в Италию. Вот уже 15 лет, как я открыл этот отель и ресторан с высокой итальянской кухней. Это идеальное место и для свадебных банкетов, и юбилеев, с изысканной атмосферой и блюдами из самых свежих морепродуктов – мяса, трюфеля, овощей и фруктов. Пойдем посмотрим на кухню ваш рецепт. Из-под умелых рук шеф-повара получаются настоящие произведения кулинарного искусства. Лаврак с маслинами, каперсами и помидорами. Филе рыбы обваляем в черных семечках кунжута и обжарим с одной стороны, не переворачивая. Мелко нарезанные помидоры поджариваем на оливковом масле, маслины и каперсы и петрушкой. Добавляем соль и перец по вкусу. Buon appetito a tutti. Grazie. Здесь вы сможете отдохнуть в уютных 11 номерах отеля. Два из них, Junior Suite, имеют ванну-джакузи. Интерьеры поражают своим стилем и изящностью. Все номера оснащены самым современным комфортом и удобствами – Wi-Fi и бар-холодильник. В распоряжении гостей отеля – бассейн и спортивный зал. Идеальный сервис и атмосфера релакс сделают незабываемым ваше пребывание в Дучаколе. Итак, приглашаем вас в этот уникальный отель и ресторан. Добро пожаловать! Добро пожаловать!